Станция сборки продолжается. Гайд вожака поет победную песню. Но я думаю, что это этим не закончится. Гек, да, Гек метит кусты. Гека, ну вот как ты пометил, так ты понимаешь, за тобой и переметят. Дальше пойдете, нет? Или тут? Дальше не хотят. Я это говорю целый год, еще зимой. Я рада, что с Чуком... Чука, иди, твои уходят. Что в прайде Чука появился Кай. Очень мощный лев. Чука, иди. Я тебе говорю, без Кая тебе даже на выпуске было бы этого года тяжело. Вот, Кай очень мощный лев. И я рада, что он не уходит. Хотя уже они начинают там самок. Кай пытается где-то уводить у Чука. Тем не менее, видите, малейший шкандаль в семье. И Кай в прайде вожака. Я думаю, что на следующий год Кай всегда либо первый, либо замыкающий. Сейчас будет, скорее всего, победная песня. Они думают, что они победили. Но вот, им аплодисменты. Но я так и думала, что нет. Нет. Наглые рыжие морды не сдаются. И, конечно, Кай. Кай стоит, рычит. Чук не может позволить отобрать эту территорию. Кай, догоняй Чука. Гек бежит следом, друзья. У нас с вами сегодня целый футбольный матч. Кто куда? Ага, теперь убегает Кай от Вити. Кай мощней, но Витя наглее. Ему помогает Гек, тут помогает Филя. Молодежь пошла. Но видите, Цезил не рискнул Каю. Так, близко возле хода событий. Кай молодец. Так, наши побеждают и выигрывают. Чук погнал. Теперь гонят Чука. Нет, такой хоккей нам не нужен. Но смотрите, никто ни с кем не дерется. Гонки по параллели, что называется. И вот опять-таки, друзья, говорю, что видите, сколько людей стали свидетелями таких событий. Это те, кто остается ночевать, потому что вечером львы очень активны. Наши заняли высоту. Прайд Чука. Олежка вообще смылся. Понимаете? Олежка, как всегда. Чук и компания. Те ждут. Один другого ждут. Так, наши пошли в атаку. Красные наступают и выигрывают. Белые. Временно ретировали. Но я думаю, временно. Что значит еще такая вот погода? Чук, тебе люди аплодировали, стоя на мостках. Да. Ты вожак. И Кай помощник вожака. А, да. Тяжело дышит. Вот такие же гонки по параллели, вы помните, друзья, были в начале, когда выпустили прайды. Никто из львов старается от своих не отбиваться. Что нужно держаться вместе, потому что тут уже пришли за помощью к Олежке. Скажи, Олежа, 3 на 3 как-то несправедливо.
Боже мой, это уже пена у льда, как бегали. Ну. Почему мне одной кажется, что все-таки эта территория останется за Пайдом Олежки? Олежка так тихонько-тихонько очит. Победный клич издает Витя. Люди днем ходят и говорят, где львы, никого не видим. Львы, друзья, днем спят. Все, что происходит, вся львиная активность, это вечером. А мы еще будем наблюдать. Видите, все львы там начали перекличку. Сейчас будем, что называется, еще посмотреть.